В Украине, по всей видимости, с 2023 года отменяется всеобщая воинская обязанность, то есть призыв в ВСУ. Ну и, ребята, реально, это, наверное, все-таки правильно. Почему? Потому что в свете того, что мы имеем опыт с этими призывниками, чем их заставляют заниматься, это не боевая подготовка. Посмотрите на российскую армию, боеспособность которой на катастрофическом уровне, если это вообще можно назвать боеспособностью. Я помню советскую армию, опять-таки, эта боеспособность была на уровне ниже плинтуса. Прекрасно помню, послужил 2 года в свое время. Почему? Потому что пацаны, когда приходят в армию, ну, которых загребли, тем паче, просто так, ну, вы же все прекрасно понимаете их мотивацию, их уровень профессионализма и всего остального. Это люди, которые считают, я себя помню прекрасно в этом возрасте, считают день за вечером, делают зарубки и мечтают о том дне, когда они сбросят эту военную форму, забудут, как она выглядит. Вот, поэтому, в принципе, это очень правильный шаг, и лично я его поддерживаю. В то же время профессиональной армии будет отдано предпочтение, а вот это люди, которые идут воевать профессионально, которые знают, почему они и для чего они пошли в армию. И, естественно, опереться на таких людей – это совершенно другая ситуация. Это профессионалы, это взрослые люди, которые идут в армию сознательно, идут защищать страну, а не добыть там день до вечера. И, соответственно, и спрос с них может быть другой, и толку гораздо больше. Поэтому лично я такое решение полностью поддерживаю, если оно состоится. По всей видимости, таки состоится.